Под рукой не всегда может оказаться аптечка. Но есть одна вещь, без которой вы, я и, пожалуй, большинство людей на планете не выйдут из дома. Правильно, без белья. А еще мы не оставим дома телефон. Да, вы можете не быть от него зависимы, но эй, в экстренной ситуации он может спасти вам жизнь. Предположим, что вы попали в щекотливую ситуацию, где нужно быстрое мышление и хорошие навыки выживания, и при этом у вас на телефоне еще остался заряд. Зовите меня капитаном очевидность, к вашим услугам. Но я все равно скажу, прежде всего, вы можете вызвать службу спасения. И пока вы не фыркнули и не сбежали, позвольте кое-что добавить. Вы можете позвонить 911 в Северной Америке или 112 в Европе, даже если телефон заблокирован, деактивирован или без симки. Еще один крутой момент в том, что каждый сотовый постоянно ищет ближайшую вышку для поддержания сигнала, даже если вы куда-то движетесь. Каждые пару минут он отправляет сигнал ближайшей башне. При его обнаружении спасательные службы смогут определить ваше местоположение с точностью до 1,5 километра. Если у вас садится батарея или нет сигнала, напишите смс как можно большему количеству контактов и укажите свои последние координаты, что с вами произошло и в каком вы состоянии. Как только сигнал появится, телефон сразу же отправит сообщение. Но давайте добавим немного экстрима. Представьте, что у вас села батарея. Если вы не можете использовать телефон по прямому назначению, разберите его. В смартфоне есть много сокровищ для выживания. Экран, провода, батарея, чипсы. Чипы. Все это облегчит вам жизнь, если вы оказались одни посреди дикой природы с одним только севшим телефоном в руке. Итак, он может быть вам полезен, если вам нужно... Номер один. Карманное хранилище. Телефон или чехол можно использовать как хранилище для мелких предметов. Это может быть лезвие бритвы, игла, леска или короткая инструкция по выживанию в пластиковом пакете. Еще бумагой можно разжечь огонь. Ну или телефоном. Номер два. Растопка для костра. Если вы заблудились в лесу, огонь – ваш лучший друг. С его помощью можно подать дымовой сигнал, приготовить еду, защититься от хищников и, самое важное, согреться. Чтобы разжечь огонь, можно использовать практически любой аккумулятор, включая тот, что в смартфоне. Для начала позаботьтесь, чтобы все оказалось под рукой. Аккумулятор, проволока и труд для костра. Положите один конец проволоки на положительно заряженный узел батареи, а другой на отрицательный. Она немедленно раскалится, поэтому времени у вас мало. А еще шанс у вас только один. Я не давлю. Номер три. Отражатель для сигнала SOS. Конечно, сегодня в большинстве смартфонов есть встроенный фонарик, и он может сильно пригодиться, если вы попали в экстренную ситуацию посреди ночи. Но помните, что ваш телефон сел. Так как же подать сигнал SOS? Легко. Используйте экран для отражения солнечного или лунного света. Солнечный блик будет видно с большого расстояния, как и фонарик. И все же, если вы хотите, чтобы кто-то увидел сигнал, нужна предельная точность. Давайте представим, что вы потерялись и увидели корабль или самолет. Для начала сложите указательный и средний пальцы в знаке «Виктория». Вытяните руку вперед и удерживайте галочку перед собой. Теперь словите самолет или корабль между пальцев. Сюда и нужно направить свет. Чтобы точно знать, что они в курсе вашего бедственного положения, запомните код SOS в азбуке Морзе. Три точки – короткие вспышки света, три дефиса – длинные вспышки и еще три точки. Номер 4. Навигация. Аккумулятор разряжен, поэтому GPS вам мало чем поможет. Без паники, с помощью телефона можно сделать компас в стиле МакГайвера. Даже у самых старых моделей телефона внутри есть магнит и кусок проволоки, которая может стать иглой компаса. Вам понадобится от 1 до 3 сантиметров металлической проволоки. Положите один из ее концов на магнит, чтобы, намагнитить ее. Не забудьте, какая из сторон намагничена, это жизненно важно. Теперь вам нужен небольшой кусок бумаги или сухой лист, чуть больше самой проволоки. Положите проволоку на лист и пустите его в плавание по чистой луже. Убедитесь, что вблизи нет металлических предметов, это испортит все.
Если вы все сделали правильно, через несколько секунд намагниченный конец проволоки укажет на север. Номер 5. Оружие или острое орудие. В телефоне полно металлических предметов, которые можно заточить о камень и сделать оружие или нож. А острый инструмент может стать средством выживания в дикой природе. Можно срезать ветки для костра, снять с них кору и сделать труд, разрезать корни на веревке. Можно даже прикрепить мини-клинок к палке или небольшой ветке, чтобы сделать рыболовное копье. Или весьма неплохое оружие для защиты от хищников. Номер 6. Рыболовные крючки. Если вам кажется, что для рыбалки копьем вы слишком медлительны, тогда используйте небольшие заостренные элементы телефона, как рыболовные крючки. Можно прикрепить их к кончику нитки или веревки, насадить червяка и готово! Если у вас достаточно материалов, вы даже можете сделать несколько наживок и заняться своими делами, пока ловится ужин. Номер 7. Первая помощь. Если у вас серьезный порез на руке или ноге, можно использовать провод от наушников вместо жгута для остановки кровотечения. Да-да, это не часть самого телефона, но я уверен, что наушники или зарядка у вас тоже с собой. В любом случае, это безопасно только при артериальном кровотечении. Это ярко-красная кровь, выходящая толчками, в отличие от венозного кровотечения, когда кровь темнее и течет ровным потоком, без пульсации. Если у вас нет другого выхода, тогда сначала положите на кожу кусок ткани примерно в 3 см над раной. Она защитит кожу. После этого возьмите провод и туго оберните это место. Если за 2 минуты кровотечение прекратилось, вы все сделали правильно. Только никогда не оставляйте жгут дольше 1-2 часов, иначе в тканях может наступить нехватка кислорода, и поверьте, вам этого совсем не захочется. Надеюсь, ваша борьба за выживание никогда до этого не дойдет, и возможно в этом вам помогут следующие приложения. Family Locator и другие похожие приложения связывают телефоны членов семьи в одну сеть. Она покажет ваше расположение на карте, чтобы ваши любимые знали, где вы и как вас найти. Экстренные приложения, вроде SOS Plus, позволяют нажать на телефоне кнопку тревоги, чтобы ваш список экстренных контактов узнал, что с вами что-то произошло. Расширенная версия приложения вдобавок позвонит в экстренные службы. Есть приложение под названием Save Me Pro, которое позволяет позвонить в 911 без необходимости набирать номер. Нужно просто 8 раз нажать кнопку включения-выключения, чтобы начать звонок. Между прочим, это изобрел 12-летний подросток. Если вы отправляетесь в горы, не забудьте загрузить приложение UEPA, как бы это ни произносилось, которое позволяет телефону становиться трансмиттером, посылающим сигнал на расстоянии до 450 метров. Если приложение распознает, что пользователь долгое время не двигается, оно автоматически посылает сигнал SOS на все доступные устройства. И, наконец, Facebook Safety Check работает автоматически, если на вашем телефоне установлено приложение Facebook. Оно определяет, находитесь ли вы в зоне катастрофы, и отправляет специальный запрос. Вам нужно только ответить, находитесь ли вы в безопасности, и ответ высветится уведомлением в ленте ваших друзей. Итак, если у вас на телефоне полно игр и приложений от соцсетей, возможно, стоит скачать себе одно, которое сможет уберечь вас в экстренной ситуации. Всегда лучше планировать наперед, чтобы не пришлось разбирать телефон на запчасти в борьбе за выживание. И все же, кто бы мог подумать, что телефон способен на такое? Круто, а? А вот что еще можно сделать? Поставить этому видео лайк, если из него вы узнали что-то новое или полезное, и помочь другу, поделившись видео с ним. Но не спешите теряться в глуши. У нас на канале больше 2000 крутых видео. Нужно только выбрать ролик слева или справа, нажать на него и наслаждаться. Помните, что в экстренной ситуации нужно всегда оставаться на яркой стороне жизни.